что погибнуть должен я. Ты поспешил, мой сын. Окружены со всех сторон мы войском Меружана. Нас гибель ждет. Не простит Тигран. Но ты же первая в его державе. Придумай что-нибудь. Я для него преступник. Ты! Ты указала этот путь! Когда пришло письмо от деда, просила я чуть подождать тебя. Послушался ли ты? И не вини меня! Ты, раб тщеславия, служи ему! Быть может, принесет оно тебе и лавры, и удачу! Я виноват, что слушал вас. Не вы ли с дедом яд в меня вливали? Что создано им мое наследство? И лестью. Лестью подготовили мы путь на плаху. Сними корону с головы. Не для тебя, для более достойной головы корона создана. Мать, замолчи, и ты умрешь, как я. Орудия мы для прихоти жестокой Митридата. Ташат спокоен, но не могу простить за рейд.
Клеопатру в живых оставить. Я царь, и слово мое значит больше, чем всех вокруг меня. Нет! Я раб толпы! Одна уступка! Чуть дрогнет сердце совестью распято, и все пропало! Хоть ты царь царей! Великий царь ждет у дверей царица Клеопатра. Пусть войдет. Тигран, виновна я, но сыновей не трогай. Вели казнить меня, я воспитала в них измену. Простить. Забыть тот стыд, что нанесли они отчизне. Нет, извини, прощает сердце, но не честь царя. Ты женщина. Тебя прощаю я. Тигран, не за себя, за сыновей молю, за сыновей молю! Я не могу простить я сыновей! Тигран, не за себя, за сыновей молю, за сыновей своем таинственном и вещи. Вчера я поздно лег, ты погрузился в тяжкий сон. Вокруг меня струился свет, залитый кровью, и вдруг предстал мне сын Заре, держа в руках корону. Так знай,
сына убийцы. Перевернулась и твоя страница. Низвергнут будешь ты. И место то, где хочешь утвердить ты новый трон, разрушится от натиска племен. И вдруг исчез он, прихватив корону. В тревоге ты живешь, Тигран, уже не молод. Оставь походы, возвратись в столицу и мирно правь оставленной страной. Что до советов и гаданий, скажу, твой сон – тревожный знак беды. Откуда только ждать ее, не знаю. Может длиться вечно удача. Вернуться нужно в дом, к своим делам. Великий царь! Митридат в пыли у твоего порога, без свиты. С ним только трое слуг его. Пусть войдет. Где доблестное войско? Где солдаты, прославленные на весь Восток гарем? Где растерял ты все? И что тебя к нам привело? Тигран, с тяжелым сердцем пред тобою стоит твой друг. Союзник и собрат. К тому же тесть к несчастью моему. Что скажешь ты о Клеопатре? Внуках, украсивших изменой честь мою, как можешь помощи просить? Евпатор! Тигран, я слышал о твоей беде. В тылу войны Лукулом окруженный хотел быть рядом. Извини, не смог. Но ты держись, мой друг, ведь нам не привыкать. И путь царей не розами усыпан. И я неумолим был, как и ты. Но пойми, лишь нищим не грозит ничто. Измена и предательство у трона – родные сестры. А то, что обезглавил ты Заре и сына среднего, прости, не виноват. Пусть жены родят тебе еще царей, наследников, да сколько сердцу надо. Разве ты достоин страшного? Нет слез в глазах твоих, а
Они ведь внуки твои. К тому же ты их поощрял убрать меня, как варвары и труса. Чего дрожишь? За помощью пришел. Я знаю все. Так знай еще одно. Когда паду я, следующим будешь ты, зять мой. Рим хочет взять свою добычу. Скажи, зачем разрушен Карфаген? Мешал он Риму, как мешаем мы. От Рима никогда не жди пощады. Вы с Римом подлостью равны. Достоинство одно. Ты вечный враг и Ганнибал для Рима. Дам войско. Дам 20 000, тебе пока что хватит. Когда вернусь в столицу, будь готов к нашествию Лукула. Спасибо, царь! Ты... благороден. Я же за свои грехи отвечу лишь своей кровью. Опять успела ускользнуть лиса. Хотя силки расставили мы верно. Мне для триумфа нужен Митридат. Со свитой Игоримом своим скверным исчез, оставив трупы своих жен отравленных и брошенных в палатке. Я знаю, как его найти. Пошли меня к царю Армении и Тиграну. Приходится он зятя Митридату. Хотя не вмешивался в наши войны, но все же стал опасен Риму. В Междуречье достраивает третью он столицу Тигранакерт. Он не боится наших легионов, все же осторожен слишком и не полезет на рожон, как дерзкий Митридат. Ты знаешь, Апий, думал я об этом. Триумф украсят оба. Тесть и зять, их полководцы, жены, их богатство. Ведь золото в одном Тигранакерте побольше, чем в столице мира Риме. Нам нужен повод! Что для Рима повод? Старайся, Апий, встретиться с царями Тиграну, что подвластны. Сея рознь между ними, не жалей ты средств на это. Он тестя нам не сдаст. Вот будет повод начать войну и двинуть легионы на его столицу. А дальше мы возьмем и Арташат. Такой триумф устроим в вечном Риме, что всех затмим. И Сулу, и Помпея. А если Митридата сдаст Тигран? Не сдаст. Он слишком гордый. Разведай, как настроены к нему цари подвластных стран, и лаской сей между ними рознь. А я к парфянскому царю Фрату послов направлю и пообещаю, что верну те земли, что забрал Тигран у Парфии. Добьемся цели только так, мы Апий. Победы, золота и славного триумфа! Лукул послал посольство к нам, и целый месяц в пути находится его трибун. Да. Апий Клавдий, подлостью известный, сумел войти в доверие к Зарбиене. Посулами, подарками и жалом змеиным уговорил его поднять мятеж. И я послал поддержку гарнизона 4000 солдат, а Клавдий вот-вот приехать должен, ждут его. Ну что ж, достойному дадим ответ достойный. Его мы в путь с охраной отправим. И плети угостим, чтоб не влезал в чужие он дела.
и помнил, что в своей стране Тигран еще владыка. Приготовить посланнику Лукула все для встречи, а после встречи ударов 100 полетей. Царь, прибыло посольство от Лукула. Пусть ждут. Заставлю я их ждать 2 дня. Приму на 3-й. Заставлю также стать его и на колени, как раба перед царем царей Востока. Брат, не спеши. Порой мы повод подаем на пользу им, чтоб поскорее развязать войну. Ведь Митридат не враг. Но как отдам я тестя в руки тех, кто завтра и меня возьмет за горло? Уверен я, мы Риму можем показать кулак. Не торопись, Тигран. С ответом римлянам помедлить надо нам. Достроим стены вокруг столицы новой, только лишь тогда мы римлянам откроем, что наша честь не позволяет нам отдать им тестя до растерзания. Я думаю, пошлет Лукул письмо в Сенат и будет долго ждать ответа. Меж тем закончим мы дела свои, сами двинемся ему навстречу, а Митридата с войском отошлем отвоевать свои же земли. А если нам поможет Евфрат, то Рим не сможет сразу на 3 фронта сражаться, и тогда мы победим. Гурас, Гурас! Ты дипломат! Тигран! Возрадуйтесь, горожане! Царь Тигран взял штурмом Птолемаиды и пленил селевкидскую царицу Селену Клеопатру! Возрадуйтесь, горожане! Возрадуйтесь, горожане! Как будто Тиграну не хватало и одной Клеопатры, которая народила ему сыновей предателей. Ну и дурак же ты! Зачем ему вторая Клеопатра? После предательства Заре царь Тигран сделал наследником престола нашего Артавазда, а царицу Клеопатру и младшего Тиграна увез в Тигранакерт. Предаст его и этот третий Тигран. Говорят, наш царь жесток. Ничего подобного. Я бы такую жену, как Клеопатра, повесил, либо отослал к ее отцу Митридату. Слушаю ваш спор и удивляюсь вашему невежеству. Тигран не только не выгнал Клеопатру, он еще и принял ее отца Митридата, бежавшего от Лукула. Умные люди говорят, Лукул идет войной на нас, а римляне... Ты прав! Наш царь силен. Не сладать ему с Римом. Надо отдать ему этого Митридата. Ну какой ты умник. Если Тигран выдаст римлянам своего тестя, римляне еще больше обнаглеют. Да дело-то серьезное. Римляне их войско куда сильнее нашего. Если быть в войне... Да. Будем надеяться на лучшее. А может, и сейчас пронесет. Ох и наши дела. Лукул идет войной на нас. Тигран уже не молод, ему под 70. А римляне лукавы и сильны. Что до парфян? Как римляне начнут войну, так и они войной пойдут. Как быстро годы утекли. И мы состарились, ара! И не так сильны, чтобы одним ударом развеять миф о римской славе. Да, нам будет трудно отстоять те земли, где живут армяне. К несчастью, не каждый год родит страна армянская Тиграна. И полководцы вроде Багарата. Артаваст, он слишком мягок для царя. Да слушайте, но не только ведь войной. Да о чем ты говоришь? Когда и где мы отдыхали? Армения всегда на стыке войн, и потому Тигран Заре хотел оставить трон. Мы будем дальше утверждаться в мире науками, строительством, торговлей. Наш Артаваст подходит к этой роли. Он скромен, он честен.
и любим народом, и любим богами, державе нужен именно такой. Согласен с Богоратом. Успешно будет править он страной. Только меч спасет Армению от рабства. Чтоб удержать корону, наследник должен научиться воевать. Послание царю. Случилось что-то? Армия Лукула пересекла границу быстрым маршем. Все сносит на своем пути. Лукул идет в Тигранакерт. Князь Миружан послание передал. Ступай, я доложу царю. Прощай, мой царь, Лукул уже в Софень. Готовлюсь к битве, но так мало нас. Суметь хотя бы на несколько часов остановить врагов, пока мой вестник тебе, владыка, сообщит об этом. Сейчас одна задача – спасти казну страны армянской. Марпет, отправь гонцов ко всем моим друзьям, прося о помощи военной. Ты, Богорат, взяв часть войска, отправь Тигранакерт, чтобы спасти казну. Лукул вписал страницу яркую в судьбу свою. Теперь готовится к триумфу. Возьмет он город, что с таким трудом построил я грядущим поколениям. И я никто, почти что раб, властитель побежденный. Еще один провал, и я добыча для его триумфа. Но если проиграем битву, а держава твоя могуча, соберем мы силы со всей Армении и вновь нагрянем. А вон и наш Евпатор идет к нам на совет. Приветствую тебя, Тигран Великий. Привет тебе, мой друг, мудрец Аран. Нельзя, мой зять, все время побеждать. И унывать нельзя от поражений. Я рад тому, что наконец пойдем с тобой мы против римлян. Нам надо действовать, пока Лукул на лаврах почивает. Устроим мы ему ловушку. Что же, тесть, начнешь четвертую войну и двинешься последний раз на Рим? А я дострою свой Тигранакерт. Да, царь Тигран, поверь, что так и будет. Секстилий, вызвал вас я на совет сказать, что нами недовольны. Хотя и взяли мы Тигранакерт, и в пух развеяли Тиграна войско, Сенат нас обвиняет в том, что мало шлем добычи. Сенат не знает, что гвардия Тиграна всю вывезла казну. Сенат. Сенат забыл, что взят Тигранакерт? Сенат забыл, кто победил Тиграна? Сенат забыл, что надо взять Армению в тиски? Взять первую столицу Арташа. Разве нам прислал сенат из Рима хотя бы легион один подмогу? Ведь тает наше войско с каждым днем. Лазутчики мне донесли, Луцини, что царь Тигран все перекрыл пути. К тому же прибыли к нему полки, 15 тысяч конницы с востока. Я думаю, пора нам обратиться в сенат, прося не легион, а три. Как не поймете вы,
Сенат лишь ждет удобного момента, чтобы послать взамен меня Помпея Гнея, который любит пожинать плоды. Еще один удар. Еще одно сражение, и Тигран поставлен будет мною на колени. И триумфатором войду я в Рим! А парфянский царь готов ли предоставить нам войска? Брат хитер, и вместе с тем труслив. Он помощь обещал и Митридату. А мы меж тем не будем ждать. Полки направим завтра к Ардашату. Скажу, друзья, что в случае удачи сын Тиграна, отца предав, к нам перейдет. Тогда мы сделаем его слугой нам верным, чтоб именем его в стране армянской править. Вот тогда и наш сенат нуждаться будет в нас, а не в Помпее! Укол не слаб, но конница моя должна решить исход великой битвы. Царь, вестник ждет здесь, у твоих дверей. Пусть войдет. Скажи, гонец, готов я слушать то, что облегчит мне совесть напоследок. Предал меня, наверное, Тигран? Последний сын от Клеопатры, или не прав я говорю? Ну, царь царей, достойнейший и славный, ты прав. Предал тебя твой сын Тигран. Парфянский царь и зять его царевич наш сегодня вторглись в армянские пределы. Их армию мы не смогли остановить. Но путь известен нам. Парфяне с боем рвутся к Арташату. Ну что же, Богорат, готовься снова к бою. Нам, видно, не дано судьбою злою на старости в постели почивать. Мой третий сын спешит, летит и рвется за короной. Послушай, царь, ведь если дать сражение сейчас, мы можем потерять все войско. В боях с Лукулом мы ослабли слишком, парфяне же сильны, как никогда. Я думаю, уйти пора нам в горы. Столицу пусть они пока в осаде держат. Арташат не сдастся так легко, уверен в этом. А мы тем временем соберем все силы, чтобы одним ударом завершить войну. Тигран! В осаде держим Арташат мы целый месяц, но, увы, не видно конца. А ты же говорил, мой зять, что лишь народ тебя увидит, откроет все ворота и примкнет к тебе. Но вижу крепость духа и любовь к царю армянскому. Лазутчики, мне донесли сегодня, что послан на восток сенатом Рима великий Гней Помпей. Его когорты идут поспешным маршем к Арташату. Тогда спеши взять Арташат, Тиские, чтобы не стать рабом волчицы римской. А мне пора. Оставлю я честь войска тебе, мой зять. Присутствие мое лишь помешает твоим успехам. А если неудача меня постигнет, что же делать мне? Отец мне не простит, а дед Евпатор так отреклял, что еле взял Боспор. Наверное, кровь такая у тебя, ведь все от деда.
Ты намекаешь здесь на кровь мою. Мой дед пред Римом не вилял хвостом. И даже дряхлым старцем поныне он мечтает о том дне, когда разрушит логово волчицы. Я горд не тем, что я Тиграна сын, а тем, что внук Евпатора, который 3 раза поднимал свои войска навстречу Риму. Сядь! Прости меня! От бед, постигших нас, я обезумел, забыл, что славным внуком ты ему приходишься. Нам нужно отходить. Нет сил у нас достойных. Нам нужно снова собирать войска. Обратимся за помощью. Втравил меня ты в эту свару. Тебе поверил, что одним ударом мы завершим войну. Если дать битву нам сейчас, мы выиграем битву. Парфяне же сильны, как никогда! Правда, зять! Пора садиться на коней, чтоб добежать до собственной столицы! Свою столицу не вернусь! У римлян я найду поддержку. За братьев старших отомщу отцу! Царевич наш удрал. Куда никто не знает, но говорят не в Парфию, по слухам царевичу Помпея. Нет сил у нас достойных против Рима. Аран, скажи, что ждет меня, когда я пережил уже себя? Скажу, что скоро ты развяжешь узел сложный не топором и не войной, а миром. Но знай, решать придется лишь тебе. И как поступишь правильно и верно, останешься бессмертным ты в веках Тиграном мудрым и вдвойне великим. Ну что же делать мне, скажи? Ты поступишь так, как совесть продиктует царь царей. Но не спеши, само придет решение, а весть сама собой к тебе придет. Отец, царевич, рад тебя увидеть. Один ты у меня остался в мире наследник. И когда меня проводят богини плача в мир невозвратимый, я буду рад, что трон Арташесидов достойному остался. Царь-отец, тебе желаю долгих лет и счастья. Достроишь ты еще Тигранакерт. Так много дел ждет впереди, отец, что не сумеешь в грусти и печали о смерти думать ты. Спасибо, сын, что не желаешь отца в последний путь отправить. Знай, отныне страной управить будешь ты. Мои устали плечи. Великий царь, границы нашей когорты Рима перешли. Сенат направил к нам в страну Помпея. Так передать велел князь Богорат, он ждет твоих приказов. Видишь, сын, теперь решать я должен. Меня оставьте. Должен я найти решение. Поднять топор или его отбросить? Что предложить высокомерию Рима? Потом поймут меня потомки
и простят. Подробнее узнать о месте, где мы стоим. Величественный вид, а? Когда возьму столицу Арташат, на трон, возможно, возведу тебя, наследника Тиграна. Но скажи мне, а не лучше было сыну нынче быть с отцом родным, которого прославил не только ваш народ, а целый мир? А ты ведь сын великого Тиграна. Любой стратег, имея столько войска, назваться мог великим! Жесток отец мой, и не мог я с ним остаться. Под кровлю ее одной он обезглавил моих двух братьев. Хоть и мать в слезах его просила, стоя на коленях. Нет, ты не прав. Запомни, твой отец Тигран установил порядок в государстве, казнив предателей. В Сенате говорили мне когда-то, что Митридат, твой дед, виновен в том, в чем многие винят Арташесин. А знал ли ты, достойный Гней Помпей, что мой отец когда-то обещал помочь Евпатору, когда на Рим поднял мой дед и Грецию, и Понт, но после первых неудач позорно отказал ему. Как молод ты, горяч. И не поймешь, что твой отец Тигран не мог помочь тому, кто не измерив вброда лез в Тесин. Но сам Тигран прекрасно понимает, что с Римом сохранять он должен мир. И знает, я римлянин, за Рима честь стою, а ты за честь лишь тестя или деда готов погибнуть. Но среди царей восточных я выделяю лишь великого Тиграна. Хоть обижайся, но отец твой прав. Он с нами был всегда предельно осторожен. От врагам его продался. Помпей, не знаю даже, как сказать. К нам по полю идет старик седой, благообразный, на голове его корона. Говорят, Тигран, армянский царь, пешком, без провожатых. Пустить его или не надо? Да. О, боги, это мой отец. Когда армянский царь без свиты сам приходит к нам, решил вопрос мирно и без крови. Возьми корону. Зачем носить мне гордый знак того, что мне принадлежать уже не может? Я ветхий старец, предан сын. А родина в развалинах и горе. Спасти хочу народ, и хватит крови. Условия ставь свои. Перед тобой, Тигран, когда-то царь Армении великий. По возрасту, по саду, ничтожен я перед тобою, царь.
Я не могу взирать, как на коленях стоишь ты предо мной, когда я сам наслышан о тебе, как о царе Ликом. Предательство, обман и ложь всегда низводят честного, а подлый рад скорее сесть на место властелина. Считай отныне, царь, что сын я твой, и полюбовно решим вопрос Армении и Рима. К тому же, хоть трудно мне об этом говорить, могу вернуть царевича тебе. Не люб он мне, лишь жадность и коварство бурлят в крови его. Не нужен сын, предавший дважды. С ним поступай, как хочешь. А я ж пришел решать судьбу страны. Ну, попробуем решить все по-любому. Возьми корону, царь. Ты завоевал ее своей игрой. Но отныне союзником и другом будешь нашим. Границы мы твои все сохраним и защитим от Парфии коварной. А что же мне останется, Помпей? А ты отныне пленник Рима. Для триумфа нужны мне люди. И ты в одном лице царей восточных лучший представитель украсишь в золотых цепях триумф, что я устрою в Риме. Мне стыдно за него, Помпей. Цепей достоин он не золотых, а ржавых. Уж 40 лет страною правя, и путь, который я прошел, враги нам скажут, были мы неправы. Друзья похвалят. А народ мой, Айка, тысячелетие будет вспоминать, когда Тигран для них стал на колени. Теперь спокойно, я из рук уставших передаю бразды правления тебе, мой сын. В твоих руках Армения в пределах, о которых так мечтал мой предок дед. Отец, клянусь, тобой оставленное приумножу. Не надо, сын. Ты сохранить сумей оставленное вам. Знай другое, не будь беспечен, берегись войны. Отныне думай больше о своих границах. Наказывай предателей князей, строй храмы, города, дострой столицу. Народ армянский, новому царю вы присягните. Артаваст, ты царь?